Здравствуйте, в эфире студия «Репортер» и я, ее ведущий Константин Гречаный. Сегодня у нас в гостях Анатолий Урбанский, председатель Одесского областного совета. Будет несколько тем. Здравствуйте, Анатолий Игоревич. Добрый день. Рад вас снова видеть в нашей студии. У нас на этих выходных прошли выборы в 11 территориальных громадах, объединенных Одесской области. Выборы проходили по всей Украине. Ну вот мы с вами будем говорить все-таки о нашей области. Как вы оцениваете? У меня к вам два вопроса. Вот один как председателю областного совета, человеку, который во многом ответственный за то, что происходит в области, а второй как члену партии БПП. Вот первый вопрос, как вы оцениваете организацию выборов, а второй вопрос, как оцениваете результат вашей партии? Ну, в первую очередь, по организации выборов я хотел бы сказать, что это заключение разных общественных организаций, как комитет выборцев, это основная у нас такая заслуживающая доверия у населения организация. А по их заключению выборы в объединенные территориальные громады в Одесской области прошли без существенных нарушений. Я, в свою очередь, могу сказать, что и я не получал никаких особых сигналов о каких-то вопиющих нарушениях во время выборочного процесса. Поэтому хочу охарактеризовать в общем и целом, выборы прошли хорошо. Что касается меня как члена партии БПП, я безусловно рад тому факту, что из 11 территориальных громад, которые были выбраны в прошлые выходные, в 8 победили представители партии БПП, либо те кандидаты, которых поддерживала данная политическая сила, я имею в виду в этом случае блок Петра Порошенко «Солидарность». А вот почему эти люди шли как самовыдвиженцы? Да, потому что, вот, например, оппозиционные к вам партии приводят, что поддерживали, дело такое вот в политическом, в партийном разрезе, они берут только тех, кто, собственно, и вот являются членами партии БПП. Да, почему вот была такая позиция поддерживать самовыдвиженцев? У нас не было позиции поддерживать самовыдвиженцев. У нас была позиция поддерживать того или иного кандидата, который пользовался уважением и доверием в данном случае в той или иной территориальной громаде. И это была основная наша позиция. Почему они так не вступили в партию? Я хочу сказать, что многие из них не скрывали, когда шли на выборы, вернее, все не скрывали, что они шли на выборы с поддержкой блока Петра Порошенко, партии БПП, и как следствие тому за тех или иных кандидатов, которым поддерживала наша партия, приезжал агитировать, и я в том числе. То есть, глупо как-то смотреть на том, что кто-то мог бы не знать того, что это кандидат, которого поддерживает наша партия. Многие из них, я хотел бы закончить предыдущую мысль, многие из них работали на выборах в местные советы, поддерживая партию блока Петра Порошенко и были активными ее сторонниками. И в рамках каждой территориальной громады, это никому не было новостью, что вот мы проголосовали, а он оказывается из БПП. Нет, такого не было. И вот здесь мы этого не просматриваем. Почему сейчас после выборов многие из них вступили именно в партию блока Петра Порошенко? Ну, потому что вступать во время предвыборной кампании были все поглощены именно самим процессом выборов. А сейчас, когда уже победа и есть, скажем честно, свободное время, поехать на съезд и получить партийный билет.
Вот вы дали такую оценку, да, избирательному процессу, который прошел, что достаточно все было честно, прозрачно, но вот ваши оппоненты из партии, как спектр вот, демократической оппозиции, Батьковщина, Самопомощь, так и, собственно, вот с другой стороны, представители оппозиционного блока партии «За життя», которые на другую электоральную базу опираются, говорят о том, что было много очень админресурса. Ну, там вот целый ряд идет обвинений, но вот у всех ключевой момент админ ресурс. Вы знаете, сколько раз мы с вами проходили выборы, я имею в виду, вот мы с вами это все громаду не только Одесской области, но и Украины. Всегда проигравшая сторона в первую очередь говорит об админресурсах и о грубых нарушениях на каких-то выборных участках. Но давайте не будем голословными, давайте, если есть такая информация, если есть такой материал, вы вправе, наши оппоненты вправе его адресовать правоохранительные органы, чтобы те дали компетентные разъяснения по тому или другому факту, и тогда мы опять вернемся к этому разговору, и тогда действительно будет конкретный разговор. А так мы сейчас с вами говорим, что где-то как-то там одна из жительниц или житель какой-то громады, проходя мимо, увидев подозрительного человека, который мог бы повлиять на тот момент, когда она принимала решение, за кого отдать свой голос, все это выглядит именно таким образом. Поэтому давайте говорить конкретно. Есть конкретные нарушения, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы, и те пускай дадут компетентную оценку по тому или иному нарушению. Было там нарушение или нет. Я, когда говорил о том, как прошли выборы, отталкиваюсь в первую очередь от независимых экспертов, в том числе Комитету выборцев Украины, которые всегда давали, на мой взгляд, объективные оценки любым выборам, начиная от президентских и кончая выборы в местные громады, в том числе ОТГ. Как вы считаете, вот та избирательная система, по которой проходили выборы в ОТГ, она была справедливой, как для местных выборов? Это хороший вопрос, спасибо большое. Но здесь есть повод для дискуссии, на самом деле. Я считаю, что самым демократичным процессом выборов, вернее, форме, выборочной форме, да, или формуле, я считаю, что это были те выборы в местные громады, по которым избирался я. Вот это на самом деле самый демократический вариант. Но в нем есть тоже недостатки. Недостатки такого рода. Вот у нас 84 депутата, и есть округа в сессионном зале, который представляет 2 депутата, а то и 3 депутата. А есть округа, целые районы, не побоюсь этого слова, которые вообще не представлены никем в сессионном зале. Хотя в нашем законе округом считается не отдельно взятый, вот, например, у меня номер округа 58, да, где я избирался, а вся Одесская область. Это все очень красиво звучит, но на факте в жизни получается несколько иначе. Безусловно, каждый из депутатов, и это правильно, и это, ну, жизнь, и это никогда не поменяется, в первую очередь отстаивает интересы именно того округа, той громады, того слоя населения, за которого конкретно голосовали на его выборах. И поэтому, когда мы говорим о бюджете развития или еще что-то, в первую очередь любой из депутатов, моих коллег, думает о тех выборцах, с которыми он встречался в предвыборную кампанию, обещания которых он должен выполнить в процессе своей каденции. Поэтому здесь темы для дискуссии, которые, я боюсь, мы не сможем с вами в рамках вашей передачи оговорить полностью. Так вот, может, есть смысл как раз уйти от округов, да, потому что вот эксперты называют вот ту пропорциональную систему, которая действовала, пропорциональную, преференциальную, как раз пропорционально-мажоритарной системой. И вот особенно остро встает, ну вот я знаю, на уровне города, например, вопрос, когда сейчас идет речь об увеличении депутатских фондов, которые они могут расходовать на своем округе, да, что как раз вот некоторые округа и остались без своего депутата. Ну, у нас такое в области. Ну, я вам это то же самое сказал. Да, так я же говорю, вот
в связи с этим, возможно, есть смысл уйти как раз от системы округов полностью? То есть открыть полностью списки, чтобы... А как будут наполняться списки? То есть партия предлагает список без привязки к округу? Стоп. Если партия предлагает список, это закрытый список. Нет, партия предлагает список вы понимаете, Константин, я прошу прощения, что я вас перебил. Открытые списки, формирование людей в списках, вернее кандидатов или впоследствии депутатов в списках партии формируется от их рейтинга на их округах. Там конкретно, где они избирались. Вот это и есть открытые списки. Закрытые списки – это с лидером партии областной, если мы говорим в разрезе области, областной партии лидером той или иной политической силы. Составляются списки. Константин Гречаный – замечательный человек, отличнейший оратор, человек, которому не безразлична жизнь не только Одессы, но и всей нашей Одессины и в целом Украины. Достоин быть внесен в список той или иной политической силы. Достоин. Его вносят. Но кто-то другой, человек, которому вы когда-то затопили квартиру, считает вас человеком недостойным быть в этом списке, но он на это уже не может повлиять. Так вот и я говорю, что демократичнее всего это именно та система, по которой мы выбирались. Но ее нужно несколько доработать. Доработать не в том аспекте, что мы опять должны закрыть списки и решать будет только политический бонс, который руководит областной ячейкой. Нет, решать должен народ. В первую очередь люди должны ставить оценку депутатам за их работу на округе, а если они в первый раз выбираются, то за их политические и за их моральные взгляды и так далее и тому подобное. Вот это и есть демократия. И очень многим сейчас она не нравится. Вот та система, по которой избирался областной совет или местное самоуправление. Но ее стоит доработать. Стоит доработать в том аспекте, что может быть как бы те округа, в которых не прошли ни те или другие депутаты. Может быть, стоит посмотреть, кто там победил, потому что там все равно есть победитель. И та партия, которая победила на том округе, но по рейтингу внутри партии, то есть так называемых праймерис, этот кандидат не попал в проходную часть списка, но эта партия должна взять на себя ответственность за этот округ и представлять ее уже в региональном собрании. Хотя сейчас считается, что мы все представляем один большой округ Одессу. Но это так. Но по факту у нас у каждого есть свой избирательный округ. У кого-то в Балсе, у кого-то в Окнах, у кого-то в Кодыме, а у кого-то и в Ширяево. Поэтому вот так, в таком аспекте, наверное, стоит доработать. Но закрывать списки ни в коем мере нельзя. Я ни в коем случае не имел в виду закрытых списков. Я как раз и имел в виду вот двухуровневую, немножко в другом разрезе, но двухуровневую систему выборов, да, когда будет определенный праймерис и внутрипартийная конкуренция, без того, чтобы партия давала одного кандидата на один округ. Да, конечно, с одной стороны, эти голоса идут в зачет партии, но при втором уровне подсчета, да, я все равно свой голос отдаю за того кандидата, который мне может и не нравиться. Константин, так оно и происходит. Вот у нас внутрипартийная конкуренция существует, так называемые праймерис. Я на округе взял 20%, я уже номер 2. Вы взяли 30%, я уже номер 3. А вот наш оператор, значительно лучше выглядящий, чем я, и значительно красноречивее, получил 40%. Значит, вы уже... Соответственно, кто, какое место занимается третье, я четвертое и так далее. Но наш оператор, допустим, баллотируется на соседнем округе, я могу проголосовать только за здесь... вас, при том, что я, допустим... Нет, вот... подождите, вы определитесь, вы кандидат или... Нет.
Хорошо, давайте тему избирательных систем, мы еще вернемся к ней. У меня есть еще несколько важных вопросов к вам. Да, во-первых, конечно, это покушение на Олега Радковского, вашего заместителя, о чем мы говорили в прошлый раз, руководителя областной организации партии «Батьковщина». Расскажите, вот какие новости по этому резонансному происшествию, да, и как себя сейчас чувствует Олег Владимирович? В первую очередь я хочу поблагодарить весь медицинский персонал нашего города за своевременную и квалифицированную оказанную помощь Олегу Владимировичу. Олег Владимирович идет семимильными шагами на поправку. И во вторую очередь я хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича Головина, руководителя МВД области, который в кратчайшие сроки раскрыл это преступление, не полностью раскрыл, но были найдены исполнители, а это уже говорит о том, что 50% успеха в раскрываемости данного резонансного, не побоюсь этого слова, преступления уже налицо. И как я тогда, когда мы с вами тогда встречались в этой студии, говорил, это не было связано с политическими мотивами, а это было связано с коммерческой деятельностью. И здесь я хочу сказать, во-первых, еще раз пожелать Олегу Владимировичу скорейшего выздоровления. Мы его с нетерпением ждем уже в областном совете. Очень много вопросов накопилось, которых мы как коалицианты сообща решали и, как показывает практика, успешно решали последние 2 года. Я думаю, у нас еще впереди 3 года совместной сплоченной работе, кой является партия «Батьковщина» во главе с Олегом Владимировичем, человеком, который показал себя как надежный партнер и, не побоюсь этого слова, хороший политик. Как думаете, на будущую сессию Олег Владимирович уже будет в строю? Я уверен в этом. Я буквально недавно разговаривал с Олегом Владимировичем. Мы его ждем его возвращения со дня на день уже в строй, как говорится. Ну, дай Бог, чтобы все было хорошо. Анатолий Игоревич, спасибо, что пришли к нам в студию. Как всегда, спасибо за свежую информацию. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был Анатолий Урбанский, председатель Одесского областного совета. Студию провел Константин Гречаны. Оставайтесь на репортере.